Привет, ребята, это Топ Дота, и сегодня я вам покажу, как можно воскреснуть, или же вообще не умирать, в Доте 2. Я очень давно не делал ролики, так что если вам понравится этот видос, то не поленитесь и прожмите лайк, чтобы я делал что-то чуть чаще. Итак, а теперь сам баг. Для начала нам понадобится любой герой на роль Иисуса, который будет воскресать, а также Леорик и Гуля, которые будут его воскрешать. Ну и, конечно, Блейд Мейл в рюкзаке. И здесь все элементарно просто. Но слушайте тем не менее внимательно. Сперва надо получить по лицу критическую дозу дамага, чтобы вам было что воскрешать. А потом просто ждем пару секунд, гоняя туда-сюда в образе духа. Кстати, чтобы этот образ духа у вас все-таки был, вашему Леорику нужно обзавестись аганимом. Но как только вы на иконке внизу увидите, что вашему духу осталось жить всего лишь секунды 2 или 3, вы должны прожать Блейд Мейл. А вашему другу на лайфстиллере вы должны очень громко в этот момент кричать, чтобы он жал ванды на вашего убийцу. И вы сейчас, наверное, спросите, что, мать твою, ты несешь? Но спрашивайте или не спрашивайте, но после всех этих хитрых манипуляций ваш герой не умрет. Форма духа закончится, а персонаж будет по-прежнему жив, хоть и с небольшим количеством здоровья. И еще раз, самый важный момент в том, чтобы на момент окончания формы духа на вас висел Блейд Мейл, а на враге ванды. Если протупите и прожмете все чуть раньше, чем нужно, то Блейд Мейл может закончиться немного не вовремя. Но если не протупите, то будете живы-здоровы. Правда, здесь вам уже не помешает Омник или какая-нибудь Виверна, которая вас подлечит. Но главная задача уже выполнена. Вы обманули смерть в Доте 2. А это, по-моему, довольно круто. И представьте, как охренеют ваши противники, которые вроде как вас убили, вы уже бегали в форме какого-то долбанного призрака, а теперь вы живой-здоровый стоите на фонтане. Раньше я подобной инфы нигде не видел. Чуваки, конечно, пытались как-то там обмануть законы Доты, обмануть Габена и воскреснуть, но у них это не получалось. Колдовали со всякими дазлами, абадонами, астралами и бог знает чем еще, но оставаться бессмертными никому не получалось. Но вот это вот, то, что я вам показал минуту назад, это реальный способ, чтобы не умирать. И надеюсь, он вам понравился. Так что спасибо за просмотр, надеюсь, что найдется какой-то безумец, который даже повторит это в своей катке, и надеюсь, что вы не поленились поставить лайк этому чудному ролику. А если знаете, как еще у нас в игре можно достичь чего-то подобного, или хотя бы шарить, как можно доработать эту фишку, то обязательно пишите об этом в комментах. Пообщаемся. Удачи!